Так, добрый день. Сегодня распаковка электрической ударной дрели фирмы Патриот, производство Китай. Так, распаковка произошла еще, была произведена 3 месяца, ну, 4 месяца назад. Вот в таком сейчас состоянии, вчера только использовали. Значит, используем как дрель, как перфоратор, как шуруповерт для приготовления, так сказать, бетонных растворов. Ну, больше, конечно, для шпаклевки. Такая насадка идет. В принципе, справляется нормально. Ну, если объем, ну, 10 до 15 литров. Отдельно покупали такой комплект садочки. Вот такие вот отверстия в гипсокартоне под розетки, под точечные светильники. То есть в гипсокартоне прорезают нормально. Как шуруповерт, да, конечно, тяжелые, 2 килограмма, но, в принципе, уже приловчился одной рукой. Не держишь, в принципе, нормально. Реверс. Регулировка оборотов. Максимально 3000. Переключатель. Если использовать как перфоратор, заявляет производитель, 48 тысяч ударов в минуту. Ну, не знаю, 48 не 48, но, в принципе, в бетоне пробивает отверстие, ну, довольно-таки нормально. Ставлю четверочку. Если надо на большую, тогда рассверливаю, там пятерка, шестерка, это нужно. Ну, что могу сказать? За 2500, в принципе, нормальная цена, нормальный инструмент, пока доволен. Брать шуруповерт аккумуляторный за 7000, покупать отдельно перфоратор, тоже там цены разные, там 3, 4, 5, 7, 8. Для домашних условий, для домашнего использования, в принципе, достаточно такой дрели. Насколько хватит, не знаю, пока посмотрим. Пока вот 3-4 месяца пользуемся, в принципе, инструмент